У меня большой опыт участия как во внутренних, так и в международных чемпионатах, в том числе и такого уровня. Самое главное отличие в том, что раньше мы работали в команде, то есть нас было двое либо трое. Я, безусловно, ощущала поддержку коллег рядом, близкое плечо какое-то, взаимозаменяемость была у нас, помощь друг другу. Сейчас все не так, сейчас я буду одна, то есть эта вся поддержка, она будет с той стороны. А здесь, внутри бокса, я буду находиться одна, и мне нужно научиться мобилизировать все свои силы и работать одной.